очаг современного терроризма – это как такой неприятный гость на вечеринке, просто все хотят его оттолкнуть в другую сторону, а делает это ухитренными способами, с помощью очень сложной политики. Иногда Западу удается перекинуть мячик на нашу сторону, но чаще мяч летит сам в их сторону. Терроризм существовал всегда. Я не знаю никакого средства, как его прекратить.